Восхитительно ароматный кекс. Любителям сладких тропических ароматов непременно нужно испечь этот кекс. Впрочем, попробовать этот кекс необходимо и всем любителям хрустящей карамельной корочки. Тем более, ничего сложного в приготовлении нет. Невероятно вкусный и ароматный кекс. Самое настоящее райское наслаждение, да еще какое, бананово-кокосовое. Забегая вперед, хочу дать небольшой совет. Кокосовую стружку дополнительно измельчите в кофемолке, так она лучше пропитается карамелью. Итак, рассказываю, как приготовить банановый кекс с кокосовой карамелью. Яйца взбейте с сахаром, не менее 2 минут, до образования белой пышной массы. Влейте тонкой струйкой масло, продолжая взбивать. Добавьте кусочки бананов и взбейте еще раз все вместе. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, соль и ванилин. Вымешивайте тесто на низких оборотах миксера. Всыпьте половину кокосовой стружки и перемешайте. Перелейте тесто в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшейся кокосовой стружкой. Форма должна быть заполнена не более чем наполовину, иначе карамель может убежать. Выпекайте кекс в разогретой до 200 градусов духовке до легкого румянца стружки. Затем достаньте форму из духовки и полейте кекс карамелью. Верните в духовку, понизьте температуру до 180 градусов и выпекайте до готовности. Проверяйте готовность зубочисткой, она должна выходить с небольшим количеством влажных крошек. Выньте кекс на решетку и острым ножом сделайте наметку разрезов поверх карамельного слоя, чтобы затем без проблем резать остывший кекс. Остудите и подавайте к чашечке кофе со сливками.